Сейчас я вас познакомлю с очень неожиданным и интересным рецептом, он вам очень понравится. Если вы любите сладкие или даже приторные десерты из южных стран, хотя бы разок, но попробуйте. Поделюсь с вами рецептом, как приготовить греческое тесто катефи, а именно, блюдо баклавас. Такой десерт я пробовала и в Греции, и в Турции, и в Египте. Принцип его создания и главный ингредиент одинаковы, просто немного меняется сладкая заливка. Такое блюдо является веганским и постным. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Измельчите 35 г фисташек и грецких орехов с корицей и 50 г сахара. Тесто разморозьте, разделите его на части в 3-4 см шириной, на один конец и уложите ореховую начинку, заверните тесто рулетиком. Выложите рулеты в силиконовую форму для выпечки, полейте блюдо маслом, посыпьте измельченными фисташками, выпекайте десерт в духовом шкафу при 160 градусах в течение 50 минут. Хорошо промойте лимон, натрите его цедру в воду, туда же выжмите сок и всыпьте сахар, доведите смесь до кипения, потом варите 15 минут, помешивая, на небольшом огне, этой заливкой полейте уже готовый десерт. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Готовому блюду необходимо постоять полчаса в холодильнике. Приятной дегустации. Подписывайтесь и ставьте лайки. Такие продукты будут нужны. Корица 2 грамма. Фисташки 60 грамм. Тесто катефи 250 грамм. Сахар 300 грамм. Грецкий орех 35 грамм. Оливковое масло 100 миллилитров. Вода 200 миллилитров. Лимон 1 штука. Количество порций 6. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Всем Марии удачи и дачи у Марии. Увидимся.